not forever. Folks changing like the weather. Cold wind and all around. Toxic people being severed. Like leaves falling in September. Так, всем привет, я не знаю, потерялся. Короче, сейчас это будет экспериментальный стрим в 1000, в HD качестве. Не 720p, а 1080, но вы меня поняли. Сейчас я буду проверять, будет ли меня лагать, либо нет. Не слышно. Как так-то? Не знаю. Даник, даро-даро. Вот, видишь? Я на этот раз телефоном буду это делать. Здравствуйте, Антонио, привет. Так, сейчас... О, Дело, привет. Сейчас, короче, я чат не вижу, потому что я кладу перед собой телефон, чтобы посмотреть, насколько у меня будет лагать. Возможно, меня не будет лагать. Так, 1080p. Так, ну я сейчас просто вот так делаю, чик. Пробежаться, вот так, типа, побью. И проверка. Не слышно, я не знаю, что делать. Я понял, сейчас пикселизация будет бесить меня. Ну, вроде бы нормально, может быть, попробовать поставить больше. Сейчас я до 4000 прибавлю. Добавлю даже до 4500. Конечно, это мало. Но что есть, и то может, то и делаем. Не лагает. Ну, это логично, то, что не лагает. Ребят, можете, пожалуйста, поставить лайк? Я буду очень сильно рад. А то стоит лишь 2 лайка, а зашло много людей. Пожалуйста, просто поставьте лайк. Так, все, я битрейта побольше поставил, но сейчас проверим, насколько. Не будет ли я опять лагать. Вроде бы не лагает. Так, сейчас, если что, я чат не вижу. А ему пару секундочек. Вот так сделаю. Просмотреть. Вообще не лагает. Ну, тогда нормально, нормально. Опа. Большое спасибо, кто поставил лайк. Просто красавый. 4 лайка, нормально. Короче, буду стримить с телефона. Ой, то есть не стримить, а смотреть с телефона чат. Короче, второй монитор вилабного моего сервака ГАЗ. Нет, не вил. Кстати, поставь лайк. Вот, пожалуйста, ГАЗ, поставь лайк. После стрима зайду посмотрю, потому что с вами вообще ничего делать. Ну, вроде бы нормально. Доброго времени суток, Кать. Здравствуйте. Как вам в 1080p качество мой стрим? Короче, на этот раз я брал второй монитор. Все причины, почему у меня ролики 720p выходили. Почему стримы в 720p. Это у тебя Влади? Ну, потому что я никакую другую мышку не нашел. Потому что... Моя первая мышка, это как раз и была Влади, и потому что я не умел разбираться, я нашел вот первую мышку, купил Влади, и вот с ней играю. Так что я в будущем буду себе покупать мышку, пока что у меня Влади. Я ее купил, когда не понимал, что покупать. Это было года 3 назад, понимаешь? Мне года 3 назад было 10-9 лет. Где-то. А не, 10 лет. Вот, да. Да купля. Так, Даник Реал, сейчас тебя добавим в пати. Даник Ри... Так, 2Е. Реал, вот так вот. Даник Рера 2Р. В чем проблема? Опять. Во, все. Минус 3. Мысли минус 3. Посмотрите с телефона на мой Discord, лайк уже поставил. Большое спасибо. Чё, у меня минус 3? Да чё у меня качество падает, ё-моё. На телефоне качество падает. Так, 1080 вернуть. Сейчас проверю. Да нет, все нормально. Пропусков 0 кадров, КБС, и они не ставятся. 5000 даже. Я сам не ожидал. Нагрузка на ЦПУ 8. Все нормально, Антонио. Ребят, стрим идет, напишите плюс в чат. Не норм, ну да. Ребят, нормально стрим идет, напишите плюс в чат, если нормально.
стрим топ. Большое спасибо. Если стрим идет, напишите, пожалуйста, плюсик в чат. Легон. Что, Антонио? А, вот музыка есть. Что-то у меня на телефон приходит быстрее даже. И на стрим. Все со стримом окей. Можешь, пожалуйста, написать то, что со стримом все окей. И вот ему бан надо дать, вот ему. И... Так, всем привет, меня зовут Влад. Кстати, скоро мне подряд нитро, поставлю себе на АО получше. Себе АО получше, окей. Так, надо телефон как-то вот так сделать. Вот, я смотрю вперед, и у меня тут еще чатик есть. Ну ладно, не так хорошо видно. Сейчас попробую получше, по-другому сделать. Вот так. Ну, по принципе, чат нормально видно. Такс. Угу. Ставьте лайк, если... Все, короче, можно без этого Влада А4, пожалуйста, Глент. А, кстати, я сейчас РП играю. Все, кайфно теперь будет. А, что там я хотел сделать? Ага. P.E.L. Valk Arony 2. А то я знаю этого партизана, который будет опять целый стрим, вот, не говорить ничего, зато зайдет и будет возле меня так кружиться. Опа, а я пришла. Ладно. А, Вася где? Я не знаю, он спит. А, Родя, здорово, привет. Ребят, кто зашел на стрим, пожалуйста, поставьте лайк. Вот скажите, вот вы зашли на стрим, потому что у меня новая превьюха или что? А то никого нету, потому что я его фанатик, знаешь? Нет, у меня дождь демон. Понятно. Так, партизан. Партизан Катя, ты добавишься в пати? Угу. Я вот вам уже кинул пати. Не, вообще пофиг. Ну, бывает. Так, сейчас так. Надеюсь, не шумно это было. Я думаю, так, метрик нормально слышно. Сейчас посмотрим. Ну, вроде бы должно быть нормально. Лионеля Месси. Я не знаю, как поставить. Труник. Привет, здорово, бро. Так, сейчас так сделай. Я Лионеля Пепси. Вот там. У тебя есть ютуберка на Рухайпе? Нету, к сожалению. Так что у меня мест немного, заходите. Чем быстрее, тем лучше. Потому что надо заснять два ролика, которые наберут по 200 просмотров. Вот уже один ролик у меня недавно вышел. Пожалуйста, я буду рад, если вы зайдете. Просто поставите лайк, если его еще не видели. И просто посмотрите, чтобы были больше просмотров. Вот там, если наберется 200 просмотров, то я буду снимать новый ролик, выкладывать его, чтобы еще один набрался, и мне тогда дали ютуберку. А ты сам рисовал скин? Нет. К сожалению, скин рисовал не сам. Так, сейчас еще раз проверка. Вот так пробегусь. Проверка просто. Кстати, когда в лупе снимаешь? Я его уже снял давно. Если ты мог заметить. Вот ты мне вчера писал, когда ты снимешь флупи, я его в тот же минуту и снял, как бы. Здравствуйте. Рисовал? Ну, мне рисовала группа, я не... да. Раз 6 стрима нет, у кого нет, пишите плюс. У тебя приватный скин? Если да. Ну, типа, у меня приватный скин, никто его, типа, не найдет. То покажи. Вот такой скинчанский мой, красивенький. Все, ладно, еще раз кидаю Кате, отправила приглашение игроку Эль Валикалионе, наконец-то. Let's go, получается, Skywars Solo. Всех закинула, это отлично. Еще одно место есть, так что, кто хочет поиграть, сходите быстрее. Цени мой канал, Роди. Кстати, лайк поставь, пожалуйста, Роди. И я тогда оценю. Так, ссылки включим. Майнкрафт хотя бы какие-нибудь. Если что, это не стрим лагает, это у меня сам Майнкрафт лагает, я сам не знаю почему. Надо стримить днем лучше. Почему? Я не знаю. Это может компьютер уже устал целый день. Фигня скин. Ага. Да, лучше выдать главного администратора за то, что человек помог дискорду серверу и твоему YouTube каналу. Ну да. Игр сервер, все, понятно, поставил. Да ё-моё. Я не понял, Майнкрафт, ты что, офигела, если так сделать неограниченно? Я вот не понял, вот видите, вот эти подлаги, это не на стриме, это у меня, я сам не понимаю, почему.
Давайте поставим вот так вот, потом качество, что там. Уровень мы по текстуре анализируем. Сейчас надо посмотреть. Я просто все, стрим работает. Не знаю, почему он у тебя не работал, у меня сейчас работает. У меня сообщение в ВК пришло какое-то, я хз зачем. Кто? Так. Поставить дизлайк. Не-не-не. Ты графу низкую ставь, плюс убери шейдеры. Это не шейдеры, это у меня РП. У меня шейдер всегда. А, я понял теперь. GT650. Ну, все отлично. Только у тебя оперативный. 8 вроде бы. X2. Или просто 8, я не помню. Что там, кто сдох? Так, я не могу так. Все-таки поставлю вот так вот. Потом прорисовку мне такая большая не нужна. Шестерку поставлю. Графика быстрая, получается. И у меня закончилась скорость. Ну ладно. Ног. О, чувствую, мне будет сегодня плохо. Надеюсь, стрим отойдет, и у меня все будет окей. А, доиграл Катя, и все, и мы сались. Пацаны, где блоки нету. Блоков нет. Сейчас. У меня будет 16. Ну, круто, круто. Я вот тоже хочу накопить на компьютер. Вот мне 29 января, почти все знают, уже когда у меня днюха. Получу паспорт, получу я Сбер-карту. Лохает. Сейчас проверю. Лохает, не лохает. Так. FPS. FPS. Так, смотрю за стримом. Так, плоховато. У меня к сломанному храпе. Ну, к сожалению, конечно. Так, сейчас я быстренько проверю. Значит, делаю, короче... плохо. Детальные, получается, потом выключаю РП. Да нафиг. Сейчас, пару секундочек. Просто, ну, вроде бы, я сейчас смотрю на ОБС-ку, все нормально. Ага, где ручку лежу, вроде бы, я не осветили. Сейчас все сделаем. Канал мой оцени, вроде, сейчас, пару секундочек. Так, вывод... Так, можешь меня, пожалуйста, не бить? Я прескрушаю эту штуку. Так, сейчас, секундочку. Я тут исправлю просто. Угу. И сделаю все-таки вот так вот. Сейчас все исправлю. Там дракон летает. Не знаю, что с этого получится, конечно. Угу. Так, что там, дракон летает? Видно ли дракона? Так, ну дракона видно. Ну давайте сейчас попробуем поиграть. Вроде бы все прошло, то, что было. Ох ты, ё-моё. Восьмую это, восьмую силу пятую. Сейчас после карточки я оценю, ой, ё-моё. Ты куда, чё, быкующий? Кто меня бьёт? Ну, конечно, задержка есть на стриме, это плохо. Кстати, Катя жива. Здравствуйте. Мне придется вас убить. Как, не лагает? Всё нормально. Нормально же. Ладно, Катю скинули. Дракон скинул. Так, пошлите в хаб. 0 FPS, понимаю, спасибо, Майнкрафт, я обожаю. Сейчас вот сюда я отойду, вот там. Угу, так, вроде. Быстренько сюда захожу. Сейчас, секундочку. Нормально. Ну, раз нормально, то окей. Это просто вообще экспериментальный стримчанский.
с 1080p опять качеством. Прошлый раз, если что, буду стримить 720p с хорошим битрейтом тогда в будущем, если ничего не сменится. Так. Сейчас я открою быстренько браузер тут. Кстати, ребят, кто зашел на стрим, можете, пожалуйста, поставить лайк. Я просто буду очень сильно тогда рад. Тогда окей. Угу. Подождите, на канал клить. Угу. Так, ютубчик включаю. У меня в Дискорде тоже эксперимент. Какой? Сейчас я запускаю пару секундочек. Так, rudy.hypixel.net. Ага, все, у меня появился твой канал. Это твой канал, это твой канал. Так, добавил новую валюту. Понятно. Так, ладно, OBS, я включаю, получается, захват окна, вот это. Поросенок, hello, здравствуйте, здравствуйте. Так, получается, включаю, вот его, вот, вот, нормально. Вот так сойдет, короче. Вот так вот. Не хочу, прочитай. Корабли лавировали, лавировали, да не выловили, всё. Пошло нахуй. не моё, не люблю скороговорки. Так, раз, смотри, прочитай. Корабли лавировали, да не выловировали, ё-моё. Пиздос. Нет. Так, сейчас. Я предлагаю участвовать у трэша, так как 12.00, по МСК начинается съемки, а заканчивается 17.00. Но у меня стримчанский. Но набор закончился. Ну вот и все. Так. Ну, вроде бы, ладно, все. Это просто ТОБС-ку настраивал. Так, давайте к сценке. Смотри, шапочка у тебя плоховатая, потому что у тебя тут просто фон и написано Родя. Не знаю. Какой-то обычный текст, да и не очень. Даша стала сушку, ну, нашла или нет, сушки. Смотри, аватарка у тебя имеет, сделана в Майнкрафте, сделай такую же шапку. Сделай шапку и аватарку в одном стиле, так как шапка плохая и шапка и аватарка не в одном стиле, то это минус 2 балла уже. И с 3 видосики у тебя имеется, и превьюшки есть тоже. Добавляй превьюшки вот такие же примерно на все ролики, потому что вот тут нет превьюхи, тут нет превьюхи. С этой тебе минус отнимать не буду. Дальше пошли. Плейлистов нету, это плохо. О канале очень мало. Добавь о канале побольше. Ссылочки имеются. Видосики, давай видосики посмотрим. Вот рулетка решает, чем мне строиться. Так, сейчас, секундочку. Угу, сейчас грузится, напрягаю, у меня здесь скорость смотреть аниме Наруто. Ха-ха, мощно. Так, тега видео нету, описание. Описание маловатое, добавь побольше, опиши о себе, много чего добавь. Так, качество 720p, ну и ладно. Всем привет, друзья, меня зовут Роди, и сегодня... Смотри, бандикам вот эту штуку убери, она лишняя. Сделай крекнутый бандикам, или я не знаю, как это говорится. Так, смотри. Говоришь уверенно, монтажик я полный имеется. За монтажик и то, что ты говоришь очень хорошо, это 2 плюс. 30 FPS, качество 720p. Это очень плохо. Хотя, я который снимал ролики в 40, только в 48 FPS в качестве 720p. Говоришь уверенно, монтажик имеется, описание очень маленькое, тегов нету. Так, это плюс, потом вот это плюс, потом... Ну, добавь побольше о канале, пока что я оценку не могу поставить меньше 5, 4. Пока что, ну, как-то так. Оценка за лайк, сразу говорю. Оцениваю за лайк, ой, такой Майнкрафт, пожалуйста. Я начал Дискорд запускать случайно, понятно. Делаем так, в Дискорде придется оценим. Сэнди, смотри, оценочка за лайкусик. Вообще, это стрим не по оценке, ну и ладно.
Дискорде. Ну. Сейчас придется Дискорд включать опять. Когда находишь, ты включишь Наруто. Не. Я могу. Но я уже на такой серии, то, что вообще далеко. Так, Сэнти, вижу твой лайк. А ты не против то, что я тебя оценю с телефона? Потому что я боюсь, что мой компьютер скажет «до свидания», и все, и минус стрим, и минус все. Я так быстренько пробегусь с телефона, окей? Там. Так, Пальма, здорово. Оцени меня, добавлю, подписан. И как ты пишешь? Хорошо, Сэнди, большое спасибо. Так, сейчас я, получается, делаю вот так. Если что, я сейчас чатик не могу увидеть, потому что я оцениваю одного молодого человека. Так что чатик, сразу говорю, я сейчас не вижу, сейчас все прочитаю заново. Так, сейчас, пока я ник смотрю. Угу. Так, ладно, сейчас смогу читать. У меня Иваныч украл Волгу четко. Ну да. Так, ладно. Так, прямые трансляции. А, так и быть, сейчас зайду с компьютера. Потому что не очень. Ребят, кто зашел на стрим, пожалуйста, поставьте лайк, я буду очень сильно рад тогда. Так, все, ищу твой канал, Сэнти. Когда по стриму вроде бы опять, короче, перегружен, почему, я не знаю, почему он перегружается, и потом обратно дальше, я хз. Если будет лагать, говорите, пожалуйста. Так, Сэнти, здравствуйте. Шапка, аватарка есть, смотри. На шапку надо подработать, потому что тут обычным текстом, вот, фиолетовым в памяти сделано не очень. 12 лайков норм, конечно, норм. Ну, шапочка пока что не очень, аватарка. Но аватарка прикольно сделана. Только вот видишь, тут какие-то обрезки не очень красивые, да, пикселизация просто глаза убивает. Видосики у тебя имеются, превьюшки ты делаешь. Я помню вот эти превьюшки. Где-то я освещал, у тебя, наверное, канал по-другому назывался. Плейлисты есть, о канале у тебя имеется. Добавь в канале побольше. Опиши подробнее о себе, как тебя зовут. Не знаю, как описывать дальше. Так, плейлисты. Так, это есть. Давай видосик недавно посмотрим. Например, топ 5 лучших скинов в Браво Старсе. Ё-моё. Это не думал. Угу. Тега видео нету. Описание очень маленькое. Это прям очень плохо. Так, монтажик есть. Ну, нету голоса, это очень плохо. Что это такое? А, я помню. Ну, голоса нету, монтажик имеется, описание очень маленькое, тега видео нету. Аватарка хорошая, ну, сочетается с... Так, сейчас, секундочку. Гончик, у меня одно видео на канале уже. Нифига себе. Так, сейчас, секундочку. Превьюхи имеются, но только надо будет в будущем делать получше. Монтажики имеются. Сейчас, секундочку. Аварии сочетания есть. Плейлисты есть. Я тебе поставлю 5 из 10, старайся, и у тебя все будет окей. Мне тоже с голосом снимать. Конечно, с голосом. А что ты удивляешь? Что там у тебя за ролик? Мне вот интерес стало. Мне вот интересно. Одно видео. Игра паркур на рухай пиксели. Понятно. Так, ладно. Делаю. Ой, Дискорд, вырубись нафиг. Угу, все. Let's go. Начинать играть. Сразу слежу за стримом, чтоб, если что, лагает, не лагает. Вроде бы так нормально. И чатики видно, и все видно. Я нубуй. Так, нуб там. Ну, ладно, бывает. Ну, пошлите в джамп-лигу. Я запустился. Только никого. Нублю. Ну, понятно.
Так, ёма, это если что у меня в игре лагало. Раз говорю. Трамп Лига вот закинула Катю Даника. Хорошо. Я следующая. Ну, парень, ты уже не успеешь туда. Ну, ничего. Не, ну, возможно, успеешь, если ник скинешь. Или зайдешь, например, в Джамп Лигу. Залагал что-то. Не, это у меня залагало. Это не стрим, это у меня прям в Майнкрафте. Ну, если в протяжении этого стрима будет еще лаги или, ну, мне не понравится качество, то перейду на 720, и зато без лагов и без всего. Если что, на своем втором канале просто для опытов проверю, что как будет, и все. Что-то драклик, давай. Не, драклик не получается, только иногда. Вот, 15-16. 15-40 клик, но ничего. Если что, слежу и паркурю. Нормально, думаю. Алмазный нагрудник, это хорошо. Так, сейчас посмотрю. Когда ты стримишь? Не знаю, по-разному. Если лагает, сразу говорить, пожалуйста. Это, не терпите это. Я потом решу что-нибудь, если лагает. Вроде бы пока что все окей. Ну, будут каникулы. На каникулах я сделаю расписание, когда будут стримы. Чтобы все знали, когда приходить. А то некоторые не приходят, некоторые приходят, даже не знают, что стримы были. Так, золотые по ножу. Я помню. 359 FPS. Чё это такое? 383 FPS. 394 FPS. Боже, у меня просто вылетает серва. Эхз. А чё это такое? Почему у меня 300... почти 400 FPS? Это как так? В первый раз такое вижу. У меня на компьютере 400 FPS в Майнкрафте. У меня меню еле как доходило до 290. Чё там? Сынки. Угу, кожные ботиночки. Защиты на 2. Z2. Так, запрыгиваем на лесенку. Угу. Так, чекпоинт 5, так сказать. Угу. Вот сюда. Запрыгиваем. Так, сейчас немножко вот так сделаем. Конечно, Слепчатский так нормально встает. Из-за того, что были проблемки с лагами. Поэтому сейчас стрим немножко отстает, вроде бы. Ну, качество сейчас отличное, но он немножко отстает. Ну, как немножко, так прилично, но я думаю, нормально все-таки. Угу. Так, спрыгиваю на дерево. Сюда, сюда, сюда. Опа. А, что там? А, 36 секунд. Нифига себе, что-то я завтыкал. Надо было ютуберку уже брать. Не могу, надо ролики снимать. Для роликов нужны идеи. Для роликов нужны еще и просмотры. О, в бесе мне вообще 400 FPS. Ой, 22 секунды. Что-то я не успею, мне кажется. По принципу, по дропчику у меня так уже нормально. Да, ну все, я не успел, по принципу. Можно не стараться просто. О, Диван Див, здорово. Сколько лет, сколько с ним давно не сходил. Помнишь меня? Конечно, помню. Диван. Самый, это, настоящий диван. Диван Див. Ну, до свидания. Триста пятьдесят FPS. Что такое? Что происходит? Это то, что я с одними мониторами сегодня? Странно. О, Даник... Ля ты... Ой, ему хана. Братанчик, я тебя уничтожу. А ты... Компух... Нет, новый канал. Я новый канал, если новый канал, то отлично. Там...
Нет, я не покупала компьютер новый. Это я просто второй монитор убрал, который у меня был. Поэтому в хорошем качестве. И раньше я вообще стримил в 1000 тоже, в 1080p. Пока я не купил второй монитор. У меня вообще был случай, то, что меня начало лагать без второго монитора. Скинь канал. Дугон. Там стрим идет. Только попробуй подойти. Так. Все, до свидания. Ладно, да не понял, у меня новый и новый канал этот. У меня, о, я поздравляю, и новый канал этот. Круто. Так, ну давайте еще одну карточку, в принципе. Так, это лайк, пожалуйста, поставьте, я буду очень сильно рад. Ты чё, лайков нету? Вот 11 лайков, вот Диван Див, ты поставил лайк? О. Кто зашел на стрим Чански, пожалуйста, поставьте лайк. Нормально, смотрю на солнце, 450 FPS. Почувствуй, когда ты первый раз играешь с таким FPS. Опа, так, пальму добавляем. Чё, подпишись, большое спасибо. Мне без опки. Все, пригласил. Гон, походи. Вот. Это я пригласил. Так, ну, так сделаю. Чик. Сейчас сколько? 6 секунд, я думаю. Мини-ворлд. Ты меня слышишь? Если что, сейчас пойдем дальше на БВ. Пати, мест в пати нет, потому что у меня игрок всего лишь. Поэтому не могу больше кидать пати. Переполнено. Для игрока. Ух ты! Большое спасибо за натик, только я его что-то не вижу. А, вот, Даник Реал, большое спасибо, Снатик. Иван Ку. И столько... Я Женя? Ну ладно, может быть, другому человеку. Спасибо, все равно за 5 рублей. Очень большое спасибо. Поддержка. Поддержка на будущее. Моего канала, так сказать. Потому что компьютер надо накопить. На компьютере. Оцениваешь канал новенький? Да, сейчас... хорошо, оценю, конечно. После карточки хорошо, когда будет время свободы. То сейчас паркурить надо, а 2 минуты всего лишь дается на это. Мне, можешь мне в одну? С вами, типа. Если что, IP на этот сервак в описании. Заходи и будем играть. Только конечно, да ё-моё, заборчик. Дело, чтобы донат вышел на экран. А он был на экране, потому что просто какая-то задержка была. Не странная. Так он на экране был. Да что это такое? Я вообще не могу понять. Да, конечно. Пожалуйста, дайте я пропаркурю нормально. Воп, воп. И в чем проблема? У меня Катя уже обгнала на 85%. И мини-ворлд. Обгнал. Так, все, надо собраться. Где? Давайте. Все, 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 давай, let's go, let's go, let's go. Спортсмены мы. Быстрые самые люди, паркуристы на этой земле. Так, все, запрыгиваю чекпоинт 68%. Сейчас Катю догнать надо. Хотя бы. Что это такие? 28 секунд. Надо еще хотя бы вот тот сундук залутать в доме. Ух, 15 секунд. Катю мы догнали. Дальше бессмысленно идти. Так, гон, у тебя не лагает, у меня лаги. У меня нет. Так, кто против кого? Пальма против, я не знаю кого.
Так, что там? Катя, салам алейкум. Салам алейкум. Я победил. У меня такое слово победил. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тут без шансов, Катя. Понимаешь? Ну, Катя, простите, но тут без шансов. Не, ну это лаги. Победила Катя. Так, не лагает? Сейчас проверю. Лагает, не лагает. Да нет, не лагает. Я флома тыкью, даро. Флома. Девять зрителей. А давайте так будем держать 9 зрителей. Я, может быть, кину ссылку, зайдут люди. Хотя нет. Типа, у нас что-то палим покинул игру. Ну и ладно. По принципе, можно попробовать подать заявку на ютубера, если будет сейчас 10 зрителей на стриме. Если, конечно, никто выходить не будет. А, да, играл он с речами, да нет. Типа, я его, может, сейчас выиграю. Сейчас проверим. Зато у меня был деревянный меч. Ну, в принципе, да. Очень хороший дроп. Кто что-то сказал, у тебя первоначальное оружие, каменный меч. Не, что-то я на левой кнопке мыши не могу дракликать. Ну, вы там будете драться. Ну, сейчас посмотрим, какие там у Дани Криала речи. Сейчас будем ПВПшиться против него. Посмотрим, кто сильнее, скилл или речи. Ладно, это шутка, конечно. Опа, такой, опа, опа. Да нету у него речей вообще никаких. Да нет, он мне лишь один хит нанес. Не, ну у меня лагает, смогу поиграть, но хочется, не посмотрю. Ну да. Так, все. Выходим, сейчас идем мы на БВ. Так, давайте Бидварс. Чё, сколько у нас человек? Патькинь, Флома, стрелян, у меня мест нету, потому что я игрок. Надо получить ютуберку, понимаешь? Так что заходи просто на сервак, сейчас это... А, не, подожди, у нас вроде бы место есть. Да, у нас одно место есть. Давайте так, заходите на БВ. Кто первый ко мне придет, там я и кидаю пати. Вот прям вот возле меня будет. Я, если что, стою на БВ. Ну, мини-ворлд быстрей. Я пропустил, да ё-моё, ладно. Всё, ты первый. Мини-ворлд. 1-1-1. Идём в соло БВ, если что. По оценку. Всё, пока люди собираются, я оценю диван дип. Потому что он хочет, я первый. Я вижу то, что ты первый был. Ребят, кто зашел на стрим, пожалуйста, поставьте лайк. Я буду очень сильно рад, если вы просто поставите один лайкусик. Ой, ё-моё, случайно не туда зашел. Вот, диван див, 5 подписчиков, нормально. Шапочка у тебя имеется, вот это лучше убрать. Вот это, да, давайте закроем. Угу. Я заменил шапку, потому что, ну, пока что... Ну, хотя она... На первое время нормально, но вот это лучше убери и вот это. Что-нибудь получше поставь. А так, в принципе, прикольно. Так, у меня видно, все видно. Так, аватарка, шапка есть и сделан в одном стиле. Хорошо, видосик у тебя имеется, превьюшка. Ну, я как понял, ты стараешься делать превьюшки, но будет надо будет сделать получше. А канале у тебя написано, хорошо. Плейлисты есть. Это сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошо. Так, там я понял. Игра началась, давай посмотрим. Теги видео имеется, добавь только побольше. Описание маленькое. Если я пойму, что это в будущем будет плохо. И всем хайодива на связи. Сегодня это Skyblock. И как... Монтаж есть, говоришь уверенно, я тебе поставлю 80, потому что у тебя маленькое описание, используешь АП музыку и у тебя есть имеется теги видео. Ой, то есть очень мало тега видео.
Большое спасибо. А так ты стараешься, ну, надо постараться над превьюшками и в будущем над шапкой. А так все хорошо. Старайся, и у тебя будет все хорошо. Чух. Ой, не то закрыл, вот так. Чух. Все. Отлично. Let's go играть. У меня зато сейчас накопилась железка. Покупаю себе меч, покупаю шерсть, покупаю себе все остальное, то, что нам надо. Угу. Написал лайкус. Большое спасибо. Так, ладно. Ну, я и начинаю. Ну, да, в принципе. Ребят, кто зашел на стрим, пожалуйста, поставьте лайк. Я буду очень рад. Кстати, кто у нас есть? У нас есть LomTQ, Катя, я, Даник и Реал. А, я помню, у нас красного били. Это у нас был... блин, у тебя еще мини-ворлд, вроде бы, правильно? Если я не забыл, то ник Чайский. А кто это ко мне строится? Что это за люди, пока я, получается, сижу, там что-то разговариваю, ко мне строятся какие-то люди? Чё вам надо, человек? Если вы человек. Так, я сделал, здорово. Еще раз закинь, ну, после каточки уже. У меня есть лесенка. Так что? Я убийца. У меня есть лесенка, ты меня не скинул. Ну, в принципе, ты хорошо постарался. И вот то, что ты сейчас вот тут сделал, у меня 5 лестниц осталось. О, это так больно было. Ё-моё, никому бы такое не посоветовал бы испытать такую ещёсь боль. То, что... Ладно, не успел. Не успел. Чё, ты ко мне пойдёшь? Ну да, ну да. Этот пока что закуплюсь. Я... Да ё-моё. Вот так куплю. Побольше лесенок на этот раз. Ну и яблочко. Чё там? Как у вас там дела? Нормально? Иду к вам. Я вас жду, если что. Торопиться не буду. Торопиться мне некуда, по принципе. Угу. Так, сейчас подумаю, что можно сделать. Так. А мне еще и синий строится. Вы издеваетесь, что это Тархэт? Таргетеры. Угу. Так надо побольше лестницы купить. Это я, получается, выбираю. Это сюда поближе, все остальное. Так, где-то тут у нас должен быть FlomaTQ. Опа, я его вижу уже. Что это, каким образом сейчас было? В принципе, сейчас если я буду так строиться. Нормально, нормально. Вот, короче, иду. Поближе микро, рашмик, здорово, здравствуйте. Угу. Хорошо, поближе микрофон, так я так окей. Да ну что это такое, не понимаю. Ну да, да-да-да. Это было слышно, как я даже дышу. Угу. Это я знаю. Я понял.
Я тебя прекрасно понял. Не смог? Ну ладно. И тише в ПК. И куда тише? Нормально, папа, ПК. Не покупай это, да. Зачем мне покупать что-то, если я могу вот это купить? Вот это восьмое, это вот сюда все положу. Так что там никто еще никакой. А, все, уже собирается. Что ты? Ну, я подожду тебя. В принципе, мне некуда спешить. Так же. Знаешь, ютубера Лайс? Ну, слышал. Вроде бы. Не помню только. Конечно. Прям не помню четко. Но вроде бы я такой о них слышал. Так, здравствуйте, ВХД. Ну чё мы тут партизаним, а? ПАУ! И чё? Ни на миллиметр не пошевелился. Ты кто такой, а? Не, все, не знаю. Пожалуй, вы на этот раз умрете. Let's go дальше. Постараюсь уничтожить этого человека. Катя, может ты уйдешь? Ой, чё это? А, я понял. А, Катя осталась. А, всего лишь Катя осталась, а откуда она пришла? Ну, как понял, вот оттуда. Гон, ты поставила меня старшим модератором в Ютубе? Каким это образом? Может, модератором сделать? А модератор я просто к нему даю, сорян. Газ. Если ты у меня модератор, вроде бы... Как она добралась до туда, не знаю. На Дискорде, то... Ну, как сказать тебе? Так, ладно, надо побыстрее простроиться, так что буду вот так. Сейчас я простроюсь. Надо просто следить за блоками, чтобы не когниться. Не надо. Да ну каким образом она пролетела? Он челлендж по майну начал снимать специально, очень, очень круто снимает. Я скоро, хорошо. Ну боже, ну это ну, просто, ну да. Легче же просто этой штуки кинуть. Сколько ты убийств мне вопрос такой сделала? Я даже в топе нет. Ну ладно. 11 человек на стриме, это очень круто, ребят. Поставьте лайк, пожалуйста. 12 человек. Ребят, пожалуйста, вот смотри, вот сейчас, смотрите, кто сейчас на стриме, пожалуйста, не выходите. Можете сейчас написать, кто находится на стриме? Только старший модератор, он смотрится порядка среди модератором, ну да. Вот, кто сейчас на стриме, можете написать плюсик в чат? Просто не выходите. Театр гей, ну да. Вот, пожалуйста, вот сейчас всех прошу, кто на стриме, пожалуйста, не выходите, потому что, возможно, мне дадут сейчас ютуберку, давайте, я профессиональная крыса, сломала две кровати и сделала один килл. Ну да. Короче, вот сейчас просто всех прошу, не выходите, пожалуйста, со стрима, пусть будет сейчас один человек. Я сейчас попробую зайти в ВК и подать заявку на ютубера, окей? Пожалуйста, вот просто, пожалуйста, не выходите. Пожалуйста, никто. Я нашел белочку и играть. Круто. Сейчас давайте я попробую подать заявку. Окей? Только это, пожалуйста, вот, можно активности сейчас в чатике, потому что вдруг... Я не знаю, даже как сказать. Просто вот активничка, что-нибудь спрашивайте меня, что-то такое. No problem. Хорошо, давай. Большое спасибо. Сейчас, возможно, мне дадут, если дадут ютуберка, это просто будет... Просто офигенно. Это просто будет, это просто топчик будет, сейчас сказать. Может даже ролики не будет, можно будет не снимать. Так. Так, сейчас напишу людям, чтобы зашли на стрим. Так, Так. Как тебя зовут? А меня Евгений. Ты гений? Нет. Ну, ну ё-моё, 8 человек, вы чё, издеваетесь? Вот что это такие? Что такие? Вот 9 человек. Вот кто вышел? Я не понял. Вот 9 зрителей, я не понять.
Одного зрителя не хватает. Одного. Ребят. Двух. Девять. Восемь. Девять. Ну, 10, во, 11, круто. Ребят, пожалуйста, не выходим, пожалуйста. Все, не выходим, пожалуйста, умоляю вас всех, не выходите. Возможно, я вот если они сейчас так резко, такой, опа, здравствуйте, и зайдут, то это будет вообще офигенно. Кстати, поставьте лайки, я буду очень сильно рад. Пожалуйста, не выходите, не выходите, умоляю всех, пожалуйста. Просто, подавай, вот все, я вот уже такой пишу. Здравствуйте. Можно встать. Хорошо. Мистер Ковмарик. О, привет, Ковмарик. Вот, Ковмарик, у меня есть большая тебе просьба. Не выходи сейчас из стрима, потому что я буду подавать заявку на ютубера, а для этого надо онлайн на стриме, понимаешь? Онлайн. Вот сейчас у нас сидит 13 человек. 13, понимаете? Вот сейчас я подам заявку, надеюсь, 12. Всё, пожалуйста. Да. На данный момент на моем стриме больше 10 зрителей. Так, все, давайте вот еще вот онлайн, чтобы просто попишем, позадаваем вопросы, типа друг другу и так далее. Поговорим. Сейчас я быстренько надо скопировать ссылочку. Вдруг получится, я смогу раздавать сейчас спать, и будет вообще офигенно. Так, захожу на свой канал, на стримчанский, надо зайти по-быстрому. 12 человек, 12, все идет под контролем. 13 человек, отлично просто. Его проснуть, это событие у меня в дискорде. Хорошо, будем тогда проснуть. Еще 3 будет. Газ, пожалуйста, не выходи, никто не выходит, пожалуйста. Какое лобби? Лобби получается... Такая, тут одно лобби, заходи на скварц. Вот, зрители. Пожалуйста, пусть они прочитают быстро. Умоляю вас. Все, вот 17 лайков. Большое спасибо. Вот просто не выходите. Вот, пожалуйста. Вот 16 человек. 16 человек, что? Ну, по принципе, круто, круто. Я бухаю, надо выходить. Ну да. Так, выходить бесполезно. Не ходить. Понятно. Вот давайте вот еще будем общаться, потому что подумают, что накрутка. У меня через 3 дня дыры. Это офигенно. Я, кстати, мне сегодня день рождения. А, поздравляю тебя, мини. Вот, мини-ворлд, если я уже не запомнил. А, поздравляю тебя с нюхой, поздравляю, да, 16 зрителей, кого, 15. Русский хайпиксель, пожалуйста, прочти это, ну пожалуйста, ну не игнорь. Пока время есть, пока 15 человек. Миша, помоги как-нибудь, что-нибудь напиши им. Так, у меня вопрос, сейчас ссылка работает, нет? Там действительно на стриме надо. Дгон, Майгл Ку. Салам алейкум. У кого-то было 30 зрителей. Майгл. Тебя вот сейчас сильно я прошу, не выходи из стрима, потому что я хочу получить ютуберку на этом сервере. То есть 10 плюс зрителей надо. И мы ждем, пока это зайдут люди. Пожалуйста, вот сейчас никто не выходит. Просто всех умоляю. Давайте просто сейчас поиграем. И пусть никто не выходит. А, как я. Я не знаю, пожалуйста. Гона, дай модер, потому что я давно смотрю. А, диван. Ну, давай об этом немножко попозже сейчас, хорошо? Просто по поводу, если стрима... Вот 13 человек. 13. Было 16. Ё-моё. Меня сразу последний день учёбы. Поздравляю, у меня еще 2 дня. И класс сейчас потом. То есть в среду я пойду уже на каникулы. А у Лайкуса вроде было 20... так, у Лайса вроде было 20 декабря. Было так, если будешь писать ему комик, поздравь его. Хорошо. А можно в ДС с тобой? Сорян, Дискорд платный. Если что, потом... Скорее, сейчас пару секундочек. Давайте сейчас вот просто поиграем с таким онлайном 13 человек. Пусть никто, пожалуйста, не выходит. Я буду следить за тем, то, что мне будет писать Руха и Па. Надеюсь, она прочитает или типа того. Просто Руха и Па сейчас игнорит. 14 человек. Большое спасибо, кто на стриме. Мой ДР на каникулы пойдешь. Конечно. Ну да. Так. Буду. Так. У меня с пятницы каникулы.
Две секундочки, что сказать. А, так, все, я за ВК слежу, получается. Слежу за зрителями. Что-то Катя возле меня ходит там, я понял. Угу. Так, все. Тут есть у нас, получается, люди. Ну, пошлите, получается, БВ, все равно ничего делать. Так, куда? Пошлите на Бейдвар соло. Всех, давайте, заходим, будем играть. Я так, как всегда, отошел, так захожу. Попытка 100. Кстати, а у меня, так, а у меня уже каникулы. Это хорошо. Где ты попрыгай? 12 зрителей. Не понял. Так. О, 13. Если, по принципу, если он еще сойдет, вот проверяющий, уже будет плюс еще один зритель, по принципу, чтобы проверить, сколько зрителей. Пожалуйста, ну, побыстрее прочитайте. Ну, чего вы такие долгие, пожалуйста. Короче, давайте поиграем и будем общаться. Вот кто не играет, пожалуйста, пишите либо что-нибудь в чат, либо по типу того. Просто вот большая просьба вас писать в чат. Чтобы, если что, здесь сойдет проверяющий, чтобы увидел, что есть зрители. Потому что может и ютуберку дать, наконец-то. Я 25 августа сломал ногу очень сильно. Ну, она же выстрела. Ну, это хорошо, в принципе. Так, 25 августа. Но если, ну, конечно, это плохо, и ломать себе ногу. А почему стрим так поздно? Ну, я не знаю, если честно, почему так поздно. Я так недавно уроки доделал. Так. 14 зрителей. 14, ребят, пожалуйста. Я до сих пор ворвусь ногой, но уже хожу. Ну, по принципу, нормально, Так, у меня по золоту 8 золота, это прям отлично. Надо еще бы... Патики, Рашмик, сорян. Нету места, понимаешь? А, нет, есть. Если что, место есть, можете, пожалуйста, кинуть ники. Есть лишь одно место всего лишь, потому что я тут не ютубер, к сожалению, пока что. Вот, ждем, пока прочитается явку. Возможно, мне дадут ютуберку мне. Лол, ну да. Надеюсь, мне дадут ютуберку. И у нас будет много места, я могу всем кинуть пати, и мы просто все вместе сыграем в БВ. И сижу дома, и мне классно. Ну, боюсь, я Вася затролл. И как там он? Так, по принципу, давайте возьмем блоки, полублочные, не только. Наиграть 6 часов. Нормально, наиграл 6 часов. 6 часиков, так. По принципу, нормально. Ты с привилегией? Нет, у меня просто обычный игрок, понимаешь? У обычного игрока в пати может добавить лишь 3 человека. Не считая меня, то есть. То есть всего 4 человека. Так, я просто упал. А в пати? А я в пати. Ну, короче, в следующей катке кто первый подойдет, того я добавлю в пати. Так, конечно, не прочитали. Пожалуйста, пусть побыстрее прочитают. Загончик оценит видосик. Завтра будет стрим? Не знаю, если уроков не будет много. По принципу, думаю, нет. Миха, ты на стриме можешь, пожалуйста, вопросик? Я хочу просто задать вопросик, если ты на стриме. Мих. Кто проверял? Модератор или Лео? Вот такой вопрос. Модератор или Лео? Угу. Так, ну пока что я слежу за зрителями, слежу за ВК. Так. Максу какой-то тут у нас есть. Ну ладно, сломаю ему кровать. Ты чего нашел? Джесска, вот. О. Кто? Дгон, выдай модера. Немножко попозже я подумаю. Давайте... Насчет модераторов и т.д. на следующем стриме. Если что, модератор платный. Сразу говорю. Так что просите, кто хочет у модератора. Сейчас надо... Я не могу говорить, не могу просто. Ну, пожалуйста, ну, просите, пожалуйста, быстрее. Чего они такие? Я опять в катку не зашел. Я уже заколебался. Женя, а почему ты Дгон? Потому что я Джон, но я Дгон. Понимаешь логику? Ну, это, конечно, логика очень нелогичная. Но я Джон, но я Дгон. Хотя я Женя, но я Джон и Дгон. То есть, это тактика такая нелогичная. То, что невозможно. Не, ну какой? Я не знаю, плиз. Не понял, 12 зрителей. Ребят, пожалуйста, ну ладно, не теряем. Немножко сними ролик. Ребят, пожалуйста, онлайн. А теперь понял. Ну да, это нелогично, но это зато понятно. Ребят, пожалуйста, вот онлайн 12, было 14, стало 12, пожалуйста, не теряем. Потому что
могут зайти в любой момент, и это будет очень плохо. Так, что там, кто у нас тут есть? У нас тут есть Даник и Реал. У меня, наверное, блоков не хватит. Ку, Фроник, Ютедоро, перезакинь, плиз. Сейчас мы тут уже почти доиграли. Тут у нас остался Даник и Реал и я. Я думал, Дгон типа Дракон. 15 человек, ребят, большое спасибо, кто на стриме, пожалуйста, не выходите. Потому что сейчас, вот, большая просьба, никого не выходить со стрима, потому что в любой момент зайдет администратор сервера и будет проверять, есть ли у меня активчик. А если у меня будет активчик, то я смогу нормально играть. То есть, как сказать, будут люди. Так, ребят, зовите тещу, дочку, брата и жену быстро. Я думаю, так, Гон, ну что, я пойду у тебя на главного администратора. Хорошо. 15, нифига. А так, нормально, у нас рекорд по зрителям, кстати. Это я такое заметил. Так. Так, быстренько покупаю вот это. Вот, покупаю вот это, покупаю вот это. Я не могу говорить, у меня голосовые связки, все же, ничего не могу говорить, вдруг, потому что кто-то сойдет, а вдруг кто-то не сойдет. Перещевание, у меня Rush клип вышел. Поздравляю тебя. Только я не знаю, что такое Rush клип. К сожалению. Я теща, кого? Так, ладно, получается, Даник Реал умер, поэтому я выхожу с игры. Сейчас, так, я думаю, они за один день не ответят, а вот за 3 дня ответят, ну, все возможно, надеюсь, побыстрее ответят. Короче, ребят, вот, если что, я нахожусь возле хайпикселя, вот соло 1БВ, всех жду возле себя, добавлю любого одного человека в пати, мой ник хорошо, вижу. Так, любого одного человека я добавлю в пати. Так, ладно. Тут долго у меня. Так. Угу. Так, кто, я имел, кто первый подойдет. Ну ничего, если что, сейчас давайте все соберемся здесь. Так, сколько у нас в пати? А, у нас мини-ролл, кстати, в пати. Короче, значит, в пати уже все. Конец. Всех, короче, жду вот тут, возле БВ соло 1. Сразу все зайдем и начнем играть, потому что всех не закинет, а пати у меня не бесконечные. А руха iPad с лицензией? Нет, лицензия не нужна, просто. Даник Реал. Угу. Всех жду, если что, вот тут. Это лицензия? Нет, это не лицензия, это без лицензии, можно. Можно, пожалуйста, вот прям у вас лица не надо. Пожалуйста, большая просьба не выходить. Большая просьба со стрима не выходить, просто всех умоляю. Кстати, ребят, кто не поставил лайк, пожалуйста, поставьте, я буду очень сильно рад. Так, какой IP? IP в описании сервера, если что. IP, вот, нажимаешь, получается, на описании, сразу же первая строчка IP, ruhaipixel.net. Короче, вот так как-то. Ага. Еще не прочитали. 2 заявки друзьям. Здравствуйте, кто мне там добавляется, друзья? Угу. Сколько тебе лет? Мне 13 лет, скоро будет 14, также буду рад. Кто-то переиграл в CSGO, по скину Вася. По скину Вася, понятно. Угу. По принципу, я удивлен, что у нас сейчас 15 людей. Так, короче, у нифига насколько тут. Готовы, короче, если что, готовы? Раз, заходим. Давайте, заходим, все заходим, пожалуйста, побыстрее, потому что, возможно, кто не успеет зайти. Пока что все наши. Все 4 человека, все мы. Ждем остальных. Если что, мы зашли в соло, БВ, первое. Ну, просто, вот. Получается, плюс диван, див, как я помню, правильно? Да, див, а не, и дрошмик. А мне сегодня 14 исполнилось, скоро на пасфет будет. Фоткаться. Это хорошо. Кстати, поздравляю, если я тебя еще не поздравил. Какой у тебя ник? У меня или что? Ютуб Дугон. Вот Ютуб и Дугон. Самый первый я показываюсь тут. А я отдохну. Хорошо. Так. Так, что-то я понял маленькие подлаги. Сейчас я все исправлю. Так, пожалуйста, можете перед лицом не бегать, потому что я вижу маленькие подлаги сейчас на стриме. Кодировщик перегружен. Ё-моё. Это очень плохо. Не, все нормально, все под контролем уже.
Так, прошелся, да, все нормально. А у меня мана открывается. Бывает. Все, вроде бы нормально, ничего не лагает, давайте я заменю. Так, все окей. Гон Пентагон. Нормально, по принципу. Гон Козяк. Это некрасиво. Ладно. Ребят, так, 13 человек, пожалуйста, пожалуйста, вот, ребят, вот не выходите со стрима. Кстати, мы вот сегодня быстро лайки набираем, хотя их вроде бы так сейчас не прошу. Ребят, вот сейчас 13 человек, пожалуйста, не выходите. Вот 13 человек, кто сидит. Вот те люди, которые будут сидеть вот тут сейчас со мной на стриме. Просто большой им респект, большое спасибо. Прям вообще просто большое спасибо. Где пиво? Не знаю, пиво... Я не знаю, где пиво находится. В магазине есть. Так, быстренько застраиваю кровать, получается. Слежу за активчиком. Слежу, когда мне напишут, мне еще игнорят. Там синий, вижу, я, получается, лол-куки. Лол-хухи. Пойду на лол-куки. Какой у тебя ник? У меня ник нище подчеркивание, туба нище подчеркивание, дгон нище подчеркивание. Ну, большоватый ник, не знаю, зачем я его такой придумал, большой. Это вообще просто ютубин. Самое большое слово. А так, дгон 4 символа. Угу. Так. Так, что-то я потерялась в пространстве. У него ник. Ну, у него ник очень странный, я не знаю. А, это Дугон вроде бы. Так, сколько человек? 13 человек. Вроде бы пока что все нормально, все под контролем. Держимся. Ребят, держимся. Просто давайте держаться все. Держимся. Онлайн держим. Не скидываем онлайн, пожалуйста. Можешь повышить. Пацаны, мне дико интересно, какое у него лицо, поэтому стоит 300 рублей, пожалуйста. Блин, какое же у меня лицо? А, блядь. Ой, простите. Надо броник купить. Партизан ушел отсюда. В последний момент. Фух, я просто в последний момент успел. Так, быры, вот это делаем. Получается, склада все не нужно. Беру леску, беру блоки, полублочины. А на какой версии желательно играть на этой играть на 1.8.9, либо просто на 1.8. Потому что это самая лучшая версия, на которой можно играть на этом сервере. Потому что на 1.92 будет пропадать блоки. И там это баг такой. До свидания. Лоу-куки, простите, конечно, меня, то, что я вас сейчас могу убить. Все, прошу прощения, то, что я вас уничтожил. А, ты меня тоже уничтожил. Я буду стоять в лобби. Хорошо, почему играешь без РП? Потому что все может быть... Ой, ё-моё. Так, сейчас скажу. Так, 13 человек, ладно, пока что все держимся. А, почему не могу без РП? Потому что будет лагать, сразу говорю. А, 12 человек, ребят, не ответили. Да. Ответили. Ребят, пожалуйста. Че, 12 человек? Ой, Майнкрафт, у меня сейчас он может Майнкрафт сменился. Ребят, что 12 человек? Кто выходит? 12 человек, окей. Ух, вспотел даже. Майнкрафт не отвечает. Ну, сейчас надо надеяться, что это пройдет. Пока что 12 человек, буду ждать. Ой. Ага. Понимаю. ПЛ самое лучшее. Пэджойн. Ну, что сказать? Это пипец. Ребят, пожалуйста, не выходим с стрима, потому что нам нужен на данный момент активчик. Все люди, которые сидят на стриме, пожалуйста, сидите. Можете просто включить звук, если что.
Можете задавать мне вопросики, потому что мы ждем, пока Рухальпиксель ответит на мой вопрос, на который они еще до сих пор игнорят. Ой, и Вася зашел. Я, кстати, его просил. Апни глобала, Вася. Фаранги, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Что на Хайпиксе? Так, 11 человек. Ребят. Это плохо. Привет, Гон. Привет, привет. 12 человек. Ребят, пожалуйста, не теряем онлайн. Я вас умоляю, онлайн не теряем. Мне страшно становится. Они в любом момент борются. Просто можете отключить звуки, все. Главное, что зрители 10. Вообще показывает. Так. Зрители 12 показывают. Окей. Так. Все. Так, я даже свой стрим включил, еще один. Просто посмотрите, какой это. Ну, по принципе, качество хорошее. А почему? Тыки вроде бы есть. Почему не так плохо? Так плохо все. Ладно. И да, потом пойдем бухать. Ну, конечно. Как же без этого? Так, один человек. Не понял, ребят, что это один человек? Ребят, пожалуйста, не теряем онлайн. У нас было вот 12 человек. Было 16. Странно. Ждем, ожидаем. Ожидаем. Так, если что, я сейчас чат не вижу. Так, сейчас я с телефона захожу просто проверить. Они еще игнорят 16 минут. 16 минут игнорят уже. Вообще офигеть. Не все родственники заняты, поздравляют я. Ну да. Ну, они такие должно быть, по принципе. 10 человек. Не... Чё? С кем ты желаешь записать файт? С Румлегином. На Днюху. 9 зрителей. 11 зрителей. Кинешь пальцы? Сорян. Мест нету. Я не могу кинуть пальцы. Прости. Вы что, издеваетесь надо мной? 11 зрителей. Ребят, вот кто сейчас вот играет в Майнкрафте, просто попишите что-нибудь в чат, потому что может быть такое, то, что из-за того, то, что вы не пишете в чат, типа не показывается то, что тут зрители, то, что типа вы офлайн, у вас нету, типа. Просто попишите немножечко что-нибудь в чат. Пару слов, буквально. Мне батя клаву механическую подарит. Это хорошо. Ну, просто пару слов хотя бы попишите, плюсик, как дела и т.д. Вот, активчик, вот уже актив, вот, я говорю, это баги Ютуба, из-за того, что никто не пишет, онлайн, типа, меньше становится. Мне батя кламит, скажу. Эх, вот бы ты записалась с Лайсом, просто вы оба хорошие ПВП. Ну, я подумаю на твои предложения, пожалуйста, только не спам. Конечно, можно, но лучше не надо. Так, ну да, активчик на немножко побольше стал. Кто-нибудь играет или никто же не играет? То, что так много людей возле меня, это прям вообще радует. Ладно, 11 опять, да ё-моё. Переживание, 11 человек уже опять. 11. Я соберу комнату, он тоже поможет. Ну, могу, в принципе, но... Ну, можно. Так, давайте, давайте. Так, 10 зрителей. 12 зрителей. Пати, дай. Пати нету, Гон, я в пати, ну да. Я не спамлю вроде. Пожалуйста. Пати, я, ребят, я говорю, у меня сейчас в пати, вот смотрите, в пати 3 человека. Даник Реал, Катя и Мини Ворлд. Я больше добавить не могу, потому что просто, я не могу, потому что у меня просто привилегии игрок, а в привилегии игрока всего лишь 3 человека может добавить в пати, и все. Больше никого, к сожалению, не могу. 10 зрителей. Ребят, пожалуйста, не теряем онлайн. Всех умоляю. Не теряйте онлайн. 10 зрителей. Очень плохо. Не, это, конечно, очень хорошо, что 10 зрителей. Но то, что могут прочитать заявочку в любой момент.
Я тебе ютуберку дали. Конечно. Ну, ютуберки нету. Го играть. Хорошо, сейчас пойдем. Пару стик. 13 зрителей показывает. Я просто не понимаю, что происходит, почему то 9, то 13, то 16. А, идем в соло. После соло пойдем уже в дуо, потому что соло надоедает. У тебя пинг 86, у меня 43. Ну, по принципе, не знаю, какой это. Ну, вроде бы, если пинг меньше, то лучше, просто я не помню. Хотя мест нет. Так, если что, заходите в БВ соло. БВ соло. 15 человек. Ё-моё, большое спасибо. То, что на стриме 14 человек. Забайчен. Да вообще. Так, сколько у нас человек? Ну, вроде бы нормально. Администрация, рухописли, пожалуйста, зайдите. Пожалуйста, на стрим. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, вот услышите меня. Услышьте меня и, пожалуйста, идите. Вот мне вот интересно, они не указали, где админ, хэсэ? А, среднее время ожидания ответа 2 часа. Вы чё, издеваетесь? Так, сейчас посмотрю, как они в прошлый раз ответили. Ну, в прошлый раз они мне ответили так-то долговато, ладно. Надеюсь, они скоро прочитают. Будем надеяться. Скрестим пальцы. Так, покупаю, получается, я блоки полублочные и не только. Покупаю. У вас столько лесенок. Сейчас попробую кому-нибудь простроиться. Они белку жрали. Ну, бывает. То, что белку жрут. Так, что это? Я понял, на кого сейчас будут нападать. Здравствуйте. Хе-хе. Так, покупаем вот это. Вот это. Так, все, пойду на одного человека. Серьезного противника. Который меня может скинуть на изи просто. Ребят, спасибо, то, что сидите на стриме. Просто большое thank you. И вот кто зашел на стрим, пожалуйста, просто поставьте лайк. Буду очень сильно рад вашей активности. Ну, 15 зрителей, это просто офигенно. 15 зрителей, это очень хорошо. 13 зрителей. 14 зрителей. Они вот так прям. 13, 14, 15. Это из-за того, что... как сказать? То, что некоторые играют сейчас, вот, персоны. Настя пошел бухать, бывает. Некоторые люди играют сейчас со мной. И, типа, если долго не активничать, то... Вроде бы их не показывают, как зрители на стриме. Пау. Пау. Ломаю кровать. Падаю в бездну. Не, я умер и бухать не успела. Ну, я имею в... Ха. Это вижу, куда она идет. Что я умер. А пока она меня слушает, я бы вот так сделаю и все. До свидания. Так, 14 человек пока что. Это хорошо, хорошо. Жек подлагивает. Я знаю. Ничего сейчас не поделаю. Так. Это может потом по команде. Хорошо, дальше потом пойдем в команду. Ну, вроде бы... А, ну это уже не подлаги, это FPS проседает немножко. Не знаю почему. Нагрузка на ЦПУ. Поэтому проседает, не знаю, на FPS проседает. Это очень плохо. 15 зрителей. Убейте его. Я потею. Надеюсь... Администрация зайдет побыстрее, потому что, ну ё-моё. Чё-то её долго нету. Надеюсь, они быстрее прочитают и зайдут. Убейте его, пожалуйста. Не, не надо меня убивать. Держим, держим активчик. 15 людей. Круто. Просто крутейше.
Так, остался мини-ворлд, получается, ролл куки, и у нас 12 зрителей, потому что давно никто не писал в чат. Те люди, которые... FPS меньше ставь. Вот так, 200. Ребят, кто сейчас не пишет в чат, пожалуйста, напишите пару слов, чтобы, типа, восстановить онлайн. А, блин, не убили, ну ничего. 4 стрима идет, вы чё, гоните стрим? Кто там стримит? Не знаем, не знаем. Ну, крок, знаем. Спасибо. Меня убили, вас вместе. Все, ребят, меня убили. Попишите вот пару словечек, чтобы вас это не считали, типа, не онлайнами. Новогодний Даник, здорово, 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 бро. О, 1630 подписчиков. Большое спасибо, кстати. Так, сколько у нас? У нас сейчас получается 12 человек. Ох-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо. 9. Ребят, срочно пишем, пожалуйста, пару слов. 9 онлайн. 9. Я онлайновая, вы что? Ну ты да. Что-нибудь, пожалуйста, пропишите вот пару словечек. 10 зрителей. Ну, 10 это уже лучше. Всех с наступающим. Да, кстати, всех с наступающим Новым годом. Уже сколько до Нового года? 5 дней осталось. Нормально. Вот. Мистер Лейс начал писать. 11 человек. Так, сейчас сколько уже? Ты что, офигел? Русский, привет. Я тоже русский. Почти. Ну как почти? Русский. Не знаю, нормально. Так, что там? 12 зрителей. Нормально. Держимся. Просто все держимся, пожалуйста. Надо не терять онлайн. Кажешь, они до сих пор игнорят. Был бы сейчас бы второй бы экран бы опять у меня бы, а то я его просто отключил, для тех, кто еще не ставит. Я бы следил бы, а то так вдруг что-то случится. Так, у нас остался мини-ворлд и лукуки, окей. Дед Мороз сила, да, ебой. Так, лукуки у нас сдох. Бывает. Так, же с ними чуть-чуть не встали. Так, опять онлайн 10. Он может упасть. Так, поднялся. Упал. Ой, а, ну да, Новый год. Да. 10 человек. Я уже говорить не могу. Угу, 10 наблюдаем. Так, давайте вот это просто. Напишите плюсик, кто на стриме. Вот напишите плюсик. Он мне SSD подарил. Ребят, напишите плюс, кто на стриме. Понятно. Гдон, когда модер выдашь? Попозже. Ребят, Гдон, сходи в лобби. Хорошо. Так, захожу в лобби. Ребят, напишите плюс, кто на стриме, пожалуйста. Спамить не надо, просто один плюсик. Так, 11. Показывает. Без лицензии, ага. Угу. Ай, это старый чат. Так, участники. Не круто, у меня вообще тут показывается 12. Ой, показывается 12 одновременных просмотров. О, тут на телефоне показывает 10 одновременных просмотров. А на компьютере в участниках вообще показывает я один. Круто. Сейчас попробую еще раз посмотреть. Так. Даже напишу вот так плюсик. Со своего второго аккаунта. А, участники. А, Катя, русский новогодний Даник, Рашмик, мистер Лейс, Газ, Дгон, ролики подписчиков, Дгон. А, Семка. Ну... Мини ворлд. Вот. Так, лолкуки не отображает. Лолкуки еще не в чатик. Напиши, пожалуйста. Вася, заметил, что ты на серверке новые.
Опять 10, да ё-моё, это вот просто вот так дисбаланс падает, поднимается, падает и поднимает. Удерживать очень сложно. Даже телефон упал, видите? Так, 10. Так, здравствуйте. Как доиграть, пожалуйста, скажите. Натуре лох. Магия пельмешек, ну да. Так, какой онлайн? 9. 10. Ой, вообще. 9. Ребят, у нас сейчас 9 человек на стриме. 9. Стрим очень лагает. Восемь. Еще лучше. 9. Ребят, давайте поднимемся, вот поднимаемся, вот десятка, давайте вот лучше уже. 10 зрителей, надо 12 хотя бы, чтобы не переживать. 9 зрителей. Ну то хотя бы стрим на славу. Нормально так повеселились о том. Не будет ютубрики, магии пельмешек, не будет ютубрики, это факт. Так, ну я пока что слежу за активом, пока что, пока Руха Пиксель не ответил, и расслабиться. 8 зрителей. Круто. Никто, значит, не будет сидеть на стриме. Ну, это логично. Ну, короче, ладно, я думаю, все-таки бессмысленно, потому что Руха Пиксель так быстро не ответит за 15 минут. Так что, ладно. Поиграем так уж, а просто. Так, если что, так, вы доиграли? Ну, Катя будет. Ой, ё-моё. Так, мини-ворлд вышел из игры. Плохо. Так, 9 зрителей. 27 лайков. Круто, очень круто. Так, кого добавить в пати? Да, я не понял, как... Кс. Всё, мы доиграли, это была есть победа, ну да. Так, ну что, получается, кого добавили? Ну, давайте дивана или кого? Так, давайте так. А кто первый зайдет на джамп-лигу, того я добавлю в пати. Вот из наших. Я просто не знаю, кто из наших. Может быть, не все ники вспомню. Вот кто первый зайдет? Меня. Кто первый зайдет сейчас на джамп-лигу, того и добавлю в пати первого. Сейчас я зайду и полетели. Ага, вижу кого. Так вот. Сейчас я зайду и полетели. Давай. Так, 8 человек, сейчас ждем начала игры. Так, сколько зрителей? 9 зрителей. Ух, надо десяточку хотя бы. А вдруг они сойдут? Ладно, ваше, если что, ну и ладно, в принципе. Так, 2 золотых яблока, нормально. Сейчас иду и полетели, хорошо. Золотой нагрудник, хорошо, хорошо. Так, паркур, паркур, моя жизнь. Так, вот так сделаю микрофон поближе. Угу. Что там, Катя? О, я все-таки попал. Я думал, что... О, золотой меч, ну круто. Вообще, самый лучший дроп, который может быть, конечно, на земле. Ну ладно. Так, у нас получается минус один человек. Наконец-то, я это нормально прошел. Возможно, у меня сейчас есть большие шансы, в принципе, все пройти. Лук на силу 3, окей. Сейчас, если стрелы появятся, то появятся, ё-мы. Если стрелы будут в сундуке, то это изи просто победа.
как я упал, не знаю. Сейчас иду и полетели. Хорошо. Я, наверное, это уже просчитала раз 40. Ну, ничего. Так, запрыгиваем вот так, паркур, паркурим, если что. Ребят, давайте вот еще что-нибудь просто попишем пора. Может, мне кикать и спать, и я не буду играть в Майнкрафт. А чё так? Наигрался? Их музыка, музыка, да что-то прекратилось. А не, вот нормально появилось. Так, 50 секунд, по принципе, ну, круто, самый крутой дропчик, конечно. Вот так, одеваем. А тебе выдлит ютубер какой-нибудь? Нет, я не выдлит. Они игнорят, понимаешь? Вот они игнорят сейчас. Они до сих пор еще игнорят, я не знаю. Я думаю, не получится. Я лучше в квест приду. Ну, удачи тебе, там, побед. Это, поубивать террористов, потом спецназов, наоборот. Потом вырыть на Мираже, даст два офиса, там, не знаю, на каких ты картах играешь. На Генси. Ах ты, ё-моё. Есть зрители? Нормально. Ох, 4 секунд. Ё-моё, надо быстрее вот так. Спидран. 7 секунд. Кожаные штаны на защиту 2. Прям вообще самое лучшее в дроп. Лучше в квест пойду. Так, ну если что, можешь остаться на стриме, можем поговорить, потому что пока что 10 зрителей у нас, и это хорошо. В принципе, пока что. Нет, уже 8 зрителей. Оно как скачет? 8, 10, 10, 12, 8. О, 7. У нас рекорд пошел. Уже 7, семерка. Не, уже опять 8. Зачем мне стрелы, если умеет лук? А чё, нормально? Ага, это кто у нас там? Вот каким образом, если я сделал даже ударов больше, я умер? Ну, бывает. Я не знаю, каким это образом так получается. Я сделал больше ударов, и меня убили. Ну, не знаю. Всё, давай, Катя, тащи. Только я, наверное, не с Катей смотрю. Давай, Катя, уничтожай его. Ну, у Кати, конечно, да. Как я проиграл? Я не знаю сейчас. А, там барьеров нет, так что осторожно. Нету барьеров. Вот еще раз. Ну, let's go. Джамп-лига, погнали еще карточку. А, подождите, мест нет, выходим. Я сейчас выхожу, потому что мест нету. Ну, короче, как понял, я лучше удалю эти сообщения, потому что они сидят, всегда вообще мне доверять не будут. Так что я все-таки эти сообщения, то, что я рухопиксели писал, я лучше пока что уберу их. Значит, придется снимать ролики. Еще один ролик. Набирать, просмотрим. Кстати, ребят, кто не видел новый ролик на рухайпе, пожалуйста, зайдите и посмотрите, чтобы дополнительные просмотры были. Потому что надо 200 просмотров, т.д. и тогда все окей будет. Стой, у меня мана летела. Ну, ничего, подождем. Так, что там был? Если что, давайте я пока что побуду немножко в лобби вот тут. На дереве садим. Вот тут. Большая всех просьба просто зайти на мой прошлый ролик, который уходил. Дерусь только рукой на Бэдварсе. Пожалуйста, вот пару просмотров, пожалуйста, туда набейте. Буду очень сильно рад. Я сейчас телефон смотрю. Нормально. Так, что там? 6 зрителей. 4. Что там? Ну, let's go. Jump League, в принципе. Все, let's go. Погнали. Jump League. Я в лобби. О, куки в последний момент успел. Ну ладно. Опять зрители на стриме. Да вообще, не, 6, 5.
7 зрителей. Вот, не знаю, это вот странная штука YouTube, который показывает 5, потом 10, потом 7, потом 5, потом 10, потом 5, потом 4, потом 6, потом... Я не понимаю просто, что это такое YouTube. YouTube, ты что такое? 6 опять, да ё-моё. Это надо просто постоянно быть онлайн, то есть каждую 30 секунд писать. Игра начинается, 3, 2, 1, let's go. Будем проходить паркур, будем, короче, всех уничтожать. О, нагрудник с железо с защитой 2. Очень отлично, что дальше, зажигалка тоже нормально. Арсен Тинуп, здравствуйте, здорово, бро. Как жизнь, как это, поживаешь? Вот так, сюда запрыгиваем, вот сюда и... Погнали дальше. Вот сюда. Ну, по принципу, нормально. Деревянный меч на остроту. На 0,25 урона больше, чем у обычного каменного. Я всех смогу победить с деревянным мечом. На защиту. На остроту 1, то есть. Какую защиту? Меч на защиту. Круто. Опа, поднимаемся, let's go. 64 стрелы. Зачем только мне нужны стрелы? Не, ну, возможно, у меня и лук будет. Если лук будет, то это отлично. Салам алейкум. Миптон, здорово. Тоже тебе салам алейкум. Ну, из всех людей, как по-моему, тут больше всего наиграл времени. Опа, запрыгнули. Чик. Так, лесенка это. Так, чекпоинт 5, теперь вы будете возрождаться ближе, логично. По принципу, паркур не такой прям уж сложный, только в некоторых местах есть сложности, а так, по принципу, легкотня. Добрый нейрон, даро-даро-бро. Сегодня все почти на стрим позаходили, крутяк, по принципу. Это что, всем уведомление пришло? Это как так-то? Ладно, посиди, отдохни. Не, у меня время идет. Мне надо еще последний чекпоинт преодолеть. Прыжок сюда. Катя орет. Давай там Б, вот так вот. А, Б, В. Г. Да е-мое. Ну ладно. 40 секунд осталось. Надо поспешить бы. Так, все, погнали. Спидран. Погнали. Не такой спидран надо. Сюда спрыгиваю, сюда. 2 секунды. Ну. Все. Дальше я даже не буду пытаться, потому что я уже не успею. Ребят, кто зашел на стрим, пожалуйста, поставьте лайк. Еще немножко, и будет 30 лайков. По принципу, нормально. 30 лайков за сегодняшний стрим. Давайте вот еще 2 лайка осталось. 2 и зимап. Ха-ха-ха. Лолкуки, здравствуйте. Я подожду. Лук это просто такая офигенная штука. Так, не знаю, кто против Кати. Ну давай, Кать, тащи, в принципе. Так, сколько лайков? Ну, Катю, к сожалению, убили. 28 лайков. Ладно. Так, кто? Блин, я вот дикий плохо запоминаю. Сейчас. Вроде бы Рашмик это у нас, правильно? Подождал сейчас. Но это вроде бы Рашмик. Ну, это Рашмик вроде бы. А, так, кто сейчас? А, ну да, Рашмик. Нет, ты. Так, 7 зрителей. Ладно, нормально. Так, чё, кто против кого? Тут кто у нас? Лучник. А, нет. Не знаю, кто против Даника. Даник у нас ФКшит. Как так-то? Блин, даже по АФКшить не дают пару секунд. На, нафиг. По черепушке.
Он вот там крестит, прячется. Ой, блин, я чатик вырубил. На нафиг. Убил. Так, я против, остался против Старман вроде бы. А, нет. Нет. Я же не в наблюдателях, чтобы видеть мертвых. Майл, кого ты оскорбляешь? Тебя. Идет два стримчанского. Стримс. Стрим. То есть стримит. Ну, крок так. 12-19 минут. Как так? Ну, в принципе, набор похожий. Победа. О, нормально. Закомбили так-то. Так, хап, погнали. Куда пойдем? Ну давайте, если сейчас есть народ, заходим на Бедварс, пойдем Бедварс до. Так. Бедварс до, через раз, два, три. Погнали. А я схожу за крас. Кто ко мне первый, тот и со мной будет. Опять. О, я срашмик. Салам алейкум. Так, мне блоки, я быстренько простроюсь, я солд буду сейчас скивать. Это еще пару солд, вот. На. Это я даник со второго просто. Ты подписан? Чего бы нет. Мне кажется, или музыка тихая? Ну тут у синих один челик, в принципе, так что можно его попробовать убить. Да ну боже, как так-то? Сообщение в ВК от кого-то. А я ВК открою тогда уже. Столь. А то приходят такие громкие сообщения, то что вообще. А каким образом синий пришел? Я строился, его не было. Но придется его убить. Теперь. Ага, беру вот это, беру вот это. Ну, попробую сейчас его обойти. Яблочко куплю. Так, вот так делаем красная шерсть. Отлично. Он там стоит. Партизанец. А что у нас только шерсть стоит, это ничего не означает. Ну ты просто так подкапываешь два блока и все. Так, сейчас прочитаю сообщение. Ауф. Так, свой. Ладно. Все, чекни ВК и включи голосовую. Нет. А кто такой Цой? Я просто папа сказал. Это музыкант. Такой был. Я не помню. Но, короче, какой-то музыкант. Типа... Ну, я не помню. Вроде бы там песни какие-то такие. Ну, ты понял. Короче, старые песни. Вот, ну, популярный певец в то время. Вот так тебе сказать. Можно. Там есть, я знаю вот из песен его, это группа Крови на рукаве, вроде бы. И все, я не помню, так-то песен его, почти даже не знаю. Плиз, послушай, попозже. После стрима послушаем. А как Моргенштерн? Там матов только нету. Раньше не было матов. Надо ебнуться.
Ладно. Может, к серым, в принципе. Буду не спеша, вот так вот, но бриджингом. Двое кокнулись. Ну не так вот надо, ну Рашмик, ну зачем ты ломаешься, а? Зачем ты это ломаешь так-то, скажи? Передо мной ломаешь блоки, я специально ставлю, чтобы забраться и выше простроиться. Так, кто у нас же в Кате, Даник Реал и все вроде бы. Так что, ну, ближненько это моя жизнь, ну да. Так, надо музыку какую-нибудь другую поставить бы. Так. Я тут хочу быстренько. Ой, я на ноут играю. А. Понятно. Сейчас быстренько. В принципе, нормально. Так, ладно. Это я, получается, убираю. Угу. А, потом музыку хочу вот тут сюда перемотать. Нормально. Так, сколько уже стрим идет? А, стрим идет уже 1:48, нормально. Я думаю, давайте еще 12 минут примерно по стриму, и я закончу стрим. А, Хавин. Сразу неправильно посчитал. А что такое грустный смайлик? Блин, я даже устал говорить, что горло болит. Чё, всё так, высыка. 109 минут. Есть. Ну, это получается 1:50. Так, у нас же сейчас Даник Реал, он, к сожалению, один, а чё-то один, кстати. Так, Даник Реал у нас АФК, ладно тогда. А дальше. А, Катя. Прикол. Понятно тогда. На, вот тебе лайк. Большое спасибо за лайкусик тебе. Так, еще один лайк и будет 30-ка. Ребят, не играйте с макбуком. Майн, он просто второй коронавирус. Ну да, комп занят. Да плюс у меня зарядка уже на телефоне заканчивается. Вот смотрите чатик. Как вы думаете, какой можно снять ролик еще один? Просто у меня, я не знаю, у меня даже идей нету. А ты оценишь? Да, конечно, могу оценить. Так, включаю. Так, сейчас загружается. Так, ютубчик вырубаю. Так, 1:50 уже секунд. Нормально. И меня оцени, могила. Я тебя оценил. Я помню, какой там у тебя канал. Так, сейчас найду твой канал сначала. нормально. Ух ты. ПВП-монтаж. Хочу посмотреть. Так. А АП нету на ПВПшке? О, вовремя. Так, видосики. Да, нет, сначала, сейчас, секундочку. Да, у меня ролик прикольно вышел. Вот я вот это посмотрю. Шапка у тебя имеется, очень красивая. Авая шапочка у тебя имеется. Шапки и аватарка в одном стиле, сразу же плюсики. Видосики у тебя имеются, превьюшки ты делаешь, хорошо, вот это мне нравится, красивая превьюшка. Плейлисты есть, о канале у тебя все хорошо расписано. Меня зовут Кирилл, на этом канале вы... так, а канал, как вы понимаете, Хави, на этом канале вы будете выпускать Майнкрафт. Круто, АП нет, да, отлично. Получается, по всем пока что плюсы. Давай зайдем у нас сюда. Так, давайте я вот мусочку вырублю. Я как понял, это монтаж.
Так, вот так, музычку. Тогда сейчас посмотрим по тегам, по описанию. Ну, как понял, по монтажу есть монтаж. Это логично. Теги видео у тебя имеются. Описание есть. Ну, сейчас посмотрим. Ой-ой-ой, вообще. Так, сейчас смотрим. Так, так, все нормально, не обрезает вроде бы. Ну, короче, нормально. Опа. Сейчас загрузится пару секундочек. Угу, сейчас загружается. Вот. Нолечка, есть идейка? Сделать все? Нет, сэр, не могу. Там деньги нужны, у меня и так денег нет. Ну прикольно, я хочу сейчас посмотреть еще какой-нибудь PvP монтажик. Так, например. Например, вот этот. Такчик. Опа, стопенда. Еще. Не, стопы. Выходим. Так, вот, например, сюда. Так, стопен, да? Стопы нету. Ты уже размялся? Ага. Знаешь что? Там опять 9, посмотри. А в принципе, очень прикольно бы. Ты делаешь мне, ну, для меня, кажется, PvP-монтаж, по принципе, очень хороший. Ну, даже вот тут. Ну, хотя вот тут, быстренько, я хочу посмотреть еще, какие есть. Так, ну вот этот PvP-монтаж очень прикольный сделан, только слишком прям много эффектов. А с ним ее пишут, да, них там есть видео, с ним меня привет и оценишь. Хорошо, сейчас. В принципе, PvP-монтаж очень прикольный, ну как вот это можешь посмотреть, если тут нету АП. Сейчас. Так, АП нету, погнали. А, это 13 секунд. Ну, по принципе, очень прикольно. Я бы, кстати, хотел бы себе один бы PvP-монтаж. Но я его не умею, к сожалению, делать. А так, очень прикольно сделано. Тут просто 10 из 10. Очень просто все топово. Так, ладно. Так, участники. 20 лайков. Еще один лайк. Так, дальше там. Даник. А, я думаю, что так тихо. Но свет. Даник 08. Нижнее подчеркивание. Брал. Привет. Привет. Снимай туда. Посмотри, что ты. Все. Так. Так, семья. А, семья, привет. Ну, я всегда так с ними общаюсь. Лайс, лякие люди с ними, это вообще. Офигеть. Так, ну ладно, давайте вот так сделаем. Чик, майнсрутик. Включаем обратно. Так, что там у нас? Жива Катя, погнали, что там Катя делает? Сапенда. Вот так вот вселяемся. Так, что там? Давайте вот добьем 30 лайков, пожалуйста. Один лайк надо. Сейчас посмотрим. И
Ну, 20 лайков, пожалуйста, оцени последнее видео. Я... Сорян, давай уже не буду оценивать, пожалуйста. Давайте просто поставим один лайк, пожалуйста. Можно не лайк? Прошу вас. Сорян, я, наверное, уже оценить сегодня не буду. Я уже устал. Я чекаю, чё тут что-то про меня писали. Да нет, ничего не писали, да ё-моё. Так, сорян. Можешь, пожалуйста, поставить один лайкусик, пожалуйста, я вас умоляю. Один лайкусик, лайкусик до 30 остался. Так я не понял, а почему мне пишут пропущено 24 кадра, вы чё, офигели? Чё это, ты чё, Майнкрафт, офигел? Хотя, да, ой, не Майнкрафт, а БС, 2 часа оцени ролик, сорян, я же не буду оценить ролик. Короче, я выхожу в хаб. Есть 2 минутки, я уже, наверное, буду заканчивать свой стримчанский. Так, давайте, например, выйду. Прям в самый хаб, в сам-сам. Я 7 лайк поставила с 7 аккаунтами. Да, Игорь, давай, пожалуйста, в следующем стриме. Я уже буду заканчивать, а то я слишком устал. Так, ладно. Все, на этом я закончу свой стрим. Спасибо, то, что были на этом стриме. Разорвали просто вот этот стрим, прям вообще офигенно. 20 лайков, почти 30. Просто вообще очень офигенно. Если что, с вами был Дзюгон. Следующий стрим постараюсь сделать завтра, если уроков будет немножко. Буду всех ждать. Ну, если что, можете подписаться на канал, как всегда, как это говорят. А следующий мой канал, так, лайк, оставайся уже на следующем стриме, пожалуйста. Все, с вами был Дзюгон. Спасибо, то, что были на этом стримчастке. Всем удачи. И всем пока-пока. Всем приятного вечера.